последствий. Чтобы эта зима не преподнесла неприятных сюрпризов, сегодня и каждый день на дежурство выходят 700 машин и 600 аварийных бригад. Сформирован неснижаемый аварийный запас, на низком старте даже добрые собаки. Четвероногие спасатели, которые приучены любить, а значит выручать даже незнакомых людей. И воспринимают микрофон как новую игрушку. Алексей Стоянов, Александр Булинок, Вести Кузбасс, Кемеровский район.